trying to keep all the respect for my number cons, but never coming for your neck if I'm on the phone. Cause I can run away when it's all finished. Diminished, just been this, report. Plus, I got nothing if it's all in this. But if I keep all the trouble that I brought with this, it's finished, yeah. This is how the game goes. Dodging plain clothes, villains chasing rainbows. Suppose if it was anything but main roads, talking 10 toes, another case closed. I'm sure, cause this and this is where you'll find me, sipping on a chai tea. Всем привет! Сегодня мы смотрим футбол на Mercedes-Benz стадионе. Добро пожаловать! Бессменный состав комментаторов сегодня работает для вас. На своих позициях Георгий Черданцев и Константин Генич. Очередной матч в рамках Division Rivals нас ждет сегодня. Даже не сомневаюсь, что нас ждет отличная игра. Сегодня у обеих команд есть отличная возможность проверить составы и попробовать новые сочетания на поле. Думаю, оба тренера сегодня ждут от своих подопечных максимум выхода. Давайте о составе хозяев поговорим. Тренер выбрал классическую расстановку 4-4-2. Сегодня мы увидим, наверное, ближе футбол к британскому. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Можно забивать. Отлично, игрок заблокировал этот удар. Мяч выбит. Очень хороший отбор. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Здорово играет оборона. Сейчас не дали они. Ух, какая прекрасная передача пошла от Обамиянга. Не застать врасплох вратаря таким образом. Ударом уверен, он с ним справляется. Классно играет он в этом эпизоде, это главное. Пошла подача. Плохой навес с углового. Не получилось тут создать опасный момент. Том Клеверли. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Вернер. И есть пространство у Агуэро. Но это совсем мимо цели. Удары с лета получаются сильные и красивые, когда мяч хорошо ляжет на ногу. Здесь же явно не тот случай. Де Брюйне. Агуэро. Агуэро с мячом. Хорошая могла выйти атака, но защита тоже не дремлет. Ройф. Сегодня ворота команды будет защищать новый голкипер. Тренер говорил о необходимости приобретения нового голкипера. С умом он мяч отдает. Обамиян! Мимо мяч проходит, но было опасно.